А теперь к другим темам развития транспортной инфраструктуры Дагестана. Этот вопрос обсудил глава региона в Москве на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Так, до конца этого года на территории республики завершится капитальный ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 24 километра. Кроме того, стороны обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в нормативное состояние приведут 51 километр региональных трасс и 54 километра уличной дорожной сети Махачкалы.